Три музыкальных хита 2020 года для изучения английского. Привет! Меня зовут Юля, и ты смотришь канал Puzzle English. Согласись, учить язык по книгам уже немного скучно. Поэтому сегодня мы будем учить английский по песням-хитам 2020 года. Друзья, если вы любите учить английский в игровой форме, тогда присоединяйтесь к Puzzle English. На нашем сайте собрано более 600 часов уроков. Каждый день в личном кабинете формируется индивидуальный план занятий с учетом потребностей студента. А автоматизированный тренажер грамматики позволяет тренировать все времена, неправильные глаголы и многое другое. Первые две недели абсолютно бесплатно. Скорее переходите по ссылке в описании. А мы начинаем! Песни Билли Айлиш «Therefore I Am» достаточно разнообразная, но при этом несложная лексика. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. Обратите внимание на слово «therefore». Следовательно, оно очень часто используется в письменной речи. Stop. What the hell are you talking about? Действие происходит в момент речи, поэтому здесь употребляется время present continuous. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Outer – это разговорная форма от out of. Ее часто можно услышать в песнях. Следующий хит 2020 года, по которому классно учить английский, это Dua Lipa – Break My Heart. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Запоминайте фразу to get it wrong, ошибаться. Now I'm falling. Здесь Dua Lipa сокращает фразу to fall in love, влюбляться. Теперь я влюбляюсь, говорит она. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. Мы все прекрасно помним, что глагол decide – это решать. Indecisive – нерешительный. Это его однокоренное слово. Еще очень полезная фраза отсюда. To know for sure – знать наверняка. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Друзья, вы влюблены в английский так же, как и я? Тогда пора проверить свои знания. На нашем сайте есть бесплатный интерактивный тест на знание английского языка. Тест займет у вас всего 20 минут, а результаты придут вам на почту. А мы переходим к третьей песне. И песня 3AM от Halsey. Немного сложнее, чем предыдущие, но из нее можно и нужно многое почерпнуть. Вообще, глагол misplace обозначает класть что-либо не на место. Halsey имеет в виду, что куда-то положила все свои credit cards, кредитки, и не знает, где они, то есть они утеряны. Запоминаем супер полезную лексику. Self-preservation – это инстинкт самосохранения. Contemplate – это размышлять, обдумывать. Это неочевидный синоним слова think. И еще useful phrase. To take it way too far – зайти слишком далеко. To stumble – это спотыкаться. To be drunk – drunk – это третья форма неправильного глагола drink. Быть пьяным. Неуверенность, insecurity, причиняет Halsey боль именно в данный момент, поэтому здесь употребляется время present continuous. To come along – приходить. Запоминаем этот фразовый глагол. Every time – это повторяющееся действие. Нам указывает на время present simple. А на сегодня у нас все. Нравится учить английский по песням? Не переключайтесь. На нашем канале собран целый плейлист. Учите английский вместе с Puzzle English. Это была Юля. До новых встреч! It's a party, I'm...